Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня мы будем с вами пробовать вкусняшки из Швеции. У меня здесь очень много всяких вкусняшек, я могу вам так показать вот их уже. А здесь у нас торт, я не понемножку вытащила, потому что это вкусняшки из Швеции, которые продаются в Икее. И я, честно говоря, стала их постоянным клиентом и не могу прям без них жить. Очень-очень все вкусно и качественно, на мой взгляд. Поэтому я половину оставила в морозилке, а остальное вот выложила, чтобы оно разморозилось. То есть вот это было глубокой заморозки, оно все размораживается, уже почти разморозилось. А вот такие вот у нас будут булочки с корицей, офигенские, я их уже пробовала, покажу вам. Вот еще, это все, что это я в тарелке, то, что я не пробовала. Еще вот такие вот печеньки, они тоненькие, вообще я люблю очень, знаете, что-то такое тоненькое, утонченное. Они с миндалем и имбирем. Вообще с имбирем не люблю. Но недавно я у девочки купила имбирные пряники, и вы знаете, я что-то имбиря как такового там не почувствовала. А дальше будут две шоколадки. Одну шоколадку я купила. Давайте, кстати, начнем с шоколадки. Вот эту шоколадку я купила, она оказалась просто молочная. Вообще я у них обожаю шоколад, я уже давно-давно в одном из видео показывала. Вот такой шоколад. Он идет с карамелью. Вот это просто молочный. Как я не разглядела. А здесь с карамелью. Вот видите, там карамелька внутри. Я шоколад храню всегда в холодильнике. И вот эта карамелька, она застывает, но она и так такая, знаете, она твердая. И она прям хрустит, вот как я люблю. Хрустит, и вот что там происходит. Короче, такая шоколадка классная. Единственное, что шоколадка, ну, в принципе, недорогая, да, относительно, конечно. Но если хороший шоколад, то вот 200 рублей стоит. 199 рублей. Эту шоколадку я буду есть, а эту молочную я буду гостям раздавать. Ничем не отличается обычная молочная шоколадка, она обычная. Вот что их... А, и еще макарони. Макарони в этот раз я взяла три такие. Ну, фисташку я, по-моему, пробовала, вкусная. Вот это я не знаю, кокос или нет. Вот беленькое что-то кокосовое пробовала, тоже вкусное. Вот такие черные я еще не пробовала. В прошлый раз я не удержалась, тоже хотела вам снять, потому что я много там всего взяла. Не удержалась и съела. Там, значит, была какая-то... Не помню, с какими вкусами. Они мне все понравились. Мне не понравилось только одно с лимоном. Вот лимонные, желтые они. Просто я не люблю сладюшки с лимоном. Не знаю, почему так всегда было. Что-то непонятно, что стреляет вот у нас здесь. Не перестает. Я уже думаю, сейчас, ну, стрельнула раз, два... Что там у кого-то происходит. Давайте приготовим с вами чайку. Тащите чайку к экрану. По-русски чайку. Я вот раз заварила вот такой тесс. Вот такой вот. Флирт называется. Я его очень люблю, покупаю его в Экспрессе. Итак, приступим. С чего же мы начнем? Давайте попробуем вот булочку. Шафрановые булочки. Их где-то... Сколько их штук? 4, по-моему, в упаковке. И вот так вот они выглядят. Их просто там в течение часа мы размораживаем, и все. Потом едим, в течение 7 суток они хранятся. Что могу сказать? На самом деле булочка как булочка. Я не пойму, тут изюмка или что это? Изюма здесь очень мало. Она прям такая желтая, знаете. Какое-то здесь, наверное, пшено желтое. Вот эта булочка обычная, ничего не могу сказать, впервые я что-то пробую, и знаете, так ровно, абсолютно. И думаю, я второй раз вот эти булочки покупать не буду. Они не очень сладкие, для тех, кто любит такое, не очень сильно сладкое. В них практически нет этого изюма, тут посчитать, если бы было еще много изюма, я очень люблю в булочках изюм. Ну и привкус как-то, в общем, это не мое, не очень. Еще я хотела попробовать, такие 6 штук их продаются. Это в кокосовой стружке какие-то овсяные пироженки. Вот, и я очень хочу попробовать. Вот так оно обсыпано все. И я все скорее хотела попробовать. Внутри здесь вот такое вот коричневое все. Что там внутри, как мне кажется? Да, возможно, овсяные хлопья я вижу. Какао. И знаете, мне даже кажется, что какое-то прям кофейное такое. Кофейные сладюшки я тоже не очень люблю. Ну, утром только можно вместо кофе. Или с кофе. Ну, что-то есть. Вот на первое впечатление не очень, а вот сейчас разжевала, понравилось. Сейчас еще укушу.
знаете, очень необычно и сладко. Вот те, кто любит сладости и какую-то необычную вкусняшку, можно попробовать. Но, по-моему, это пирожное, и оно стоит 300 рублей. 6 вот таких штучек. По 50 рублей получается, да? Одна. Как-то так. Ну, скорее-скорее мне хочется попробовать вот этот торт на самом деле. Вот оно. Он с шоколадом, с кусочками карамели. Мне кажется, он какой-то бесподобный просто. Я прям на него смотрю, облизываюсь тут. Уже берем. Берем, смотри, как он красивый. Ой. Прослойки какие-то мягкие. Бисквит, что ли. Девочки, он волшебный. Что-то хрустит. Вкусная, как воздушная кукуруза. А вот эта вот белая прослоечка какая-то очень вкусная. Такая прям... Господи, он невероятный. Девочки, тортик этот очень-очень сытный, очень сладкий, насыщенный, вкусный. Вот реально с таким не стыдно в гости прийти. Реально, я уверена, что понравится. Вот стоит он, единственное, 450 рублей. И тортик совершенно небольшой, то есть он вот, вот буквально две ладошки вот так сложите, да? Вот окружность. Он совсем какой-то такой... малюсенький. Ну вот я сейчас кусочек съела, и прям, ну еще бы кусочек съела, и прям наелась, и вот так напиться. Пока что из того, что мы пробуем, торт получает первое место. Дальше, из того, что я не пробовала, я хотела попробовать печеньки с вами. Так как имбирь, я вам сказала, что я не очень люблю, да, но мне понравилось, что они какие-то тоненькие здесь. Как раз ко мне должны на выходных уже приехать в гости мои родственники. Да, вот точно, имбирная. Здесь имбирь и миндаль, как я поняла. Вкус точно такой же, как у моих пряников. Я, может быть, вам показывала, у меня пряники там были в форме человечков, звездочки разные, новогодние такая. Сладенькие, вкусненькие такие печенюшки. Да, это что они тоненькие, хрустящие, свежие. Класс. А булочки я пробовать пока не буду. Я вам просто скажу, что это офигенские булочки. И я их покупаю второй раз. Они маленькие. Вот, смотрите, отсюда будет видно, чтобы я не распаковывала зря. Они маленькие. Чем-то они мне напоминают синабон. Прям вот прям по вкусу. Вообще, мне кажется, тесто одно и то же. Единственное, синабон там что... залито вот чем-то, да, вот этим таким, что оно прям совсем сладкое, прям приторное такое. И, а в синабоне они большие, здесь они маленькие. Я вам скажу, что я съела за 2 вечера. То есть половину пачки я съела, здесь 12 кусочков. То есть 6 кусочков я съела за 1 вечер с чаем и 6 кусочков за 2 вечер с чаем. Дальше мы будем пробовать с вами макарони. Давайте попробуем макарони черные, потому что я их 100% не пробовала. Я даже не хочу узнать, что это за вкус. Миндальное со сбивным кремом, с ароматом мяты. Черное? По идее, должно быть это зеленое, да, там с ароматом мяты. Они черные, а внутри зелененькое там. Вот чем макарони мне эти нравятся, я уже говорила, что мне в Икее очень нравятся макарони. Они очень вкусные, одни из самых вкусных, а я пробовала много где макарони. Бывают, знаете, какие-то... Приходишь в кафе, вроде платишь такие деньги, ну, в нормальное кафе, и приносят макароны, которыми ты не очень доволен. Ну, мятные макароны, это немножко... Давайте макароны по-русски будем их называть, да? Они правильно, как я знаю, макарони называются. Но я буду макароны называть. Мята прям чувствуется, да, хорошо, но я не очень люблю, честно говоря, мятную еду. Далеко не все. И у меня сразу кальян мятный... Чай мятный, ну вот такое я люблю. О, у меня сейчас одно место слипнется. Пробуем белый. Насколько я помню, это кокосик должен быть. Вы знаете, иногда пробуешь сладюшку. И пойди угадай, с чего она там. Вроде все похоже. Вот, кстати, совсем недавно, что
что-то мы пробовали, прям вот едим одно и то же, не угадаем вкус. Вот здесь прям отчетливый вкус. Кокос, кокос, мята, мята, фисташка, фисташка. Это мне очень нравится. По идее, вот то, что я сейчас съела, на самом деле, я обожралась. Реально. Укусила там, кусочек там, кусочек там. Очень все сладко. Ну, то есть мне запить это сейчас полстаканом чая, и все идеально. Но я же должна все вам сказать, да? Это я еще не все достала. Я на самом деле... Давайте фисташку сейчас я укушу. Я ее всю не съем, ладно? Укушу. Кстати, макарони я храню в морозилке. Мне очень нравятся. Они не замораживаются, то есть они там не хрустит лед на зубах. И мне нравятся, они очень холодненькие, классные такие. Фисташка. В морозилке у меня еще лежат... Я купила и даже не распечатывала их, ждут они своего дня, может ко мне в гости приедет кто-нибудь, чтобы я не одна ела. Хочется всегда вкусненько что-то разделить с другом. Приедет, может быть, ко мне Крестюшечка, мы позавтракаем сырники, которые готовятся. Потом также я купила еще котлетки, там вот эти вот две, одну съела, одна вот осталась. Сосиски, их есть, да. Куриные фрикадельки тоже, которые там готовят. Сына проснулся. Дэнни! Что такое, зай? Иди к маме. Мама, смотри, тут что устроил. Вкусняшную поляну. Поздоровайся. Скажи привет, девочки. Я проснулся, дверь закрыта. Мамы нет. А мы уже все почти сняли, я все почти рассказала. Уже я больше ничего не могу, мама ничего не влазит уже. Иди поцелуй, поцелуй маму. Мой, мой ласковый зайка. Сейчас тебе что-нибудь вкусненькое дам. Сейчас с девочками попрощаюсь, тебе что-нибудь вкусненькое дам. Садись с нами. Все, мой хороший, Денечка проснулся у нас. Сейчас мы будем с ним играться, развлекаться. В общем, что здесь из всего-всего на первом месте? Это мега-супер торт. Да, он на первом месте. На втором месте у нас макароны. Они очень крутые, классные. На третьем месте я оставлю вот такое. Просто я люблю, честно говоря, хлебобулочные изделия. Для меня вот просто шоколадки недостаточно. Недостаточно вот так вот. Вот. И потом я скажу, что это макароны уже сказала, а не на втором. Вот это шоколадка. Я ее уже ела, раскрывать сейчас не буду, просто вам говорю. Просто говорю вам, что вот это вот с карамелью очень крутая шоколадка. Я ее уже брала, и я к ней вернулась. Булочки шафрановые я брать не буду больше. Вот эти вот кокосовые штучки, скорее всего, тоже брать не буду. Не совсем они мне понравились. Имбирные печеньки... Что-то они мне уж поднадоели из-за пряников, которые у меня есть. Вот. Торт обязательно я еще куплю. Булочки с корицей еще куплю. Макароны куплю. Шоколадку куплю. В общем, вот такие дела. Нет, еще есть кое-что. Зай, там еще у нас кое-что есть. Прикинь. Забыла, мама. А ну-ка, присядь-ка. Зайчик, присядь, мамин. Я забыла в микроволновке. Я же еще вафлю там разогревала. Там вафли, которые нужно разогревать. Они большие такие. Сейчас покажу. Вот такие вафли, вот я их купила. Они греются 3 минуты буквально их все разогреть. Их здесь, знаете, сколько? 8 штук всего. Они вот такие большие, я взяла одну вафельку. Да. Да, одну вафельку, чтобы разогреть. И так и не попробовала, Дэнь. Но она безвкусная. И что-то она подсохла, что ли? Вроде недолго лежала она, Зай. Хочешь попробовать? Да. Что-то необычненькое, да? Что она здесь у меня влажная, а тут подсохшая. Но я знаю, что это нужно... Нужно их чем-то еще мазать. Мед, сгущенка или варенье. Но у меня ничего такого нет. Вот. Чисто попробовать. Ну, я думаю, можно что-то придумать, да? Гостей удивить к чаю. В общем, вот и все, мои хорошие. Рада была с вами все это поесть. На самом деле, хотела... Чисто взять поесть и с чаем, потом думаю, ну блин, сейчас я все равно буду пробовать. Включу я камеру, сделала пост в Инстаграм, девчонки, пробовать, снимать.
зале, да, большинство, поэтому я сняла для вас видео. Всем, кто, кстати, в Инстаграме писал и голосовал за то, чтобы я снимала, всем привет, всем поцелуйков. Все, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Остальное, что я буду пробовать, что не попробовала здесь, кстати, селедку у них тоже пробовала. У них, кстати, маринад очень сладкий. Вот что соленые огурчики были необычные, порезанные такие, очень сладкий маринад. Что селедка, тоже я удивилась, она была с лимончиком, но очень сладкий маринад. Но мне понравилось. Ты пока спала, соскучилась за мамой, да? Конечно, скажи, мама, я хочу за тобой, я так люблю. Люблю мою маму. Вот это хочешь? В общем, мы с вами прощаемся до следующего видео. Все, что не попробовала, буду пробовать в Инстаграм. В сторис я все время выкладываю, что я кушаю. Так что оставлю ссылку в Инстаграм здесь, и под видео будет ссылка. Заходите, смотрите. Там у меня открытый комментарий, там мы общаемся, всякие опросы проходят. Кстати, там я стала петь чаще. Надеюсь, еще чаще будет. В общем, пою всякие приколюхи, рубрика у нас там. В общем, в Инстаграме очень весело. Я там постоянно целыми днями зависаю. Поэтому, кто хочет больше и ближе быть ко мне, то приходите в Инстаграм. Все, я с вами прощаюсь, люблю, до следующего видео. Подписка, лайк, кому понравилось видео. Пока. Дэнь, давай поцелуйку.